Сейчас я буду давать Ростиславу изображение. Приготовился, Ростислав? Да. Начали. На желтом фоне календарик с изображением белой лошади. Это белая лошадь на зеленом фоне. Правильно. Дальше. Это календарик. Фон темный. Кот на розовом столе, по-моему. Правильно. Когда я смотрю изображение, и оно у меня на экране, видно только силуэт, но очень-очень скверно, очень мутно. Нечетко, да? Нечетко, да. Тогда у меня чуть ниже большого пальца на кости я такими движениями навожу резкость и держу на ладони над этим предметом, и очень четко эта муть разводится, и очень четко появляется изображение этого предмета. Так как у меня происходит увеличение, если мне не хватает руки, я обычно определяю правой рукой, я ставлю дополнительную левую руку, и тогда уже четко весь предмет, как будто я его держу в руках. Также увеличивается высота предмета и объем очень четко виден. Объем смотрю двумя руками, так легче воспринимать его весь. Ростислав, посмотри, пожалуйста, что за изображение лежит перед тобой. Это, по всей видимости, большое пятно белое. Я сейчас наведу резкость, оно будет лучше видно. Ага, есть, обозначилось. Это какое-то женское лицо, оно такое большое и круглое. А вот я не могу вспомнить, сейчас больше оно не наведется. Это лицо какое-то женское, и оно такое круглое и большое. Плоть человека – свиток, на котором означены все тайны бытия, сказал русский поэт Максимилиан Волошин.